открыли музыкальный сезон «Юное дарование» детской школы искусств номер 1. Вместе с героиней книги Аллы Проса-Ассоль ребята отправились в путешествие по волнам музыки. Они побывали на острове Буяне, где живут любители народной музыки, песен и русских народных инструментов. Полный восторг у публики вызвал ансамбль народных инструментов, в составе которого звучали балалайки, аккордеон и огромный контрабас-балалайка. Бальные, русские народные и даже китайские танцы продемонстрировали юные артисты из хореографического отделения. Школьники поддерживали музыкантов и танцоров бурными аплодисментами. Многие ребята признались, что тоже хотели бы пойти учиться в музыкальную школу. Впрочем, от вечера положительные эмоции получили как зрители, так и сами артисты. Это очень прекрасно, ведь нам нужен опыт практический. Мы надеемся, что многие придут к нам в школу после прослушивания нашего выступления. Наши детки с удовольствием приняли участие в этом концерте. Им очень нравится выступать перед публикой, и мы надеемся, что библиотеки, может быть, и другие наши заведения, учреждения образования будут приглашать нас, а мы будем выступать для вас с удовольствием. Следующая встреча в рамках литературно-музыкального абонемента состоится в феврале 2018 года.